Новае папаўненне з Брэсцкай вобласці сустрэнуць амаль ва ўсіх вайсковых падраздзяленнях, у тым ліку ў органах пагранічнай службы і ўнутраных войскаў. Значит, если говорить о состоянии здоровья молодых людей, то в принципе оно им позволяет беспрепятственно проходить службу практически в любом роде войск. Также хотелось бы отметить, что на сегодняшний день заявлений по замене воинской службы на альтернативную от граждан, по крайней мере в Брэсцкой области, не поступало. На гэты прызыў змяніўся і парадак адпраўкі ў войскі. В этот призыв мы отправляем немного меньше ребят, чем обычно отправляли. Но это связано, в первую очередь, с демографической ситуацией в нашей стране. Все ребята, которые сегодня призываются, они идут на учебные центры и на сборные пункты, которые будут размещаться в видах вооруженных сил. В зависимости от их подготовки, отбора, изучения, в дальнейшем их служба будет проходить уже по направлению из видов вооруженных сил непосредственно в воинские части. За плячыма ў гэтых маладых людзей усе этапы прызыву. Засталося прайсці канчатковую медкамісію, і яны апынуцца ў сваіх шасцях. Мне, в принципе, нравится служба в армии. Я добровольно даже выразил желание пойти в танкисты. Думаю, это будет интересно. Часть находится в Минске, 35-703, охранное обслуживание центральных органов военного управления. Ну, настроение приподнятое. Что-то новое. Планирую остаться на службе, на контракт. Ну вот, связать вот будущую жизнь с вооруженными силами. Отправки у войски протягнутся до 31 мая. Присягу на верность родиме новобранцы принесут уже 15 червеня. Евгения Мороз, Игра Накопян, телерадиокомпания «Брест».